Если что, я об этом способе узнал года два назад, что можно подобные махинации провернуть в мультиплеере, но почему ты решил только сейчас это видео залить? Учитывая то, что сейчас происходит, столько читеров в первой, второй и третьей части, что в принципе сейчас этим способом никого не удивишь, что так можно сделать. Вероятнее всего вас могут забанить, если вы этим будете злоупотреблять. Я сам не хочу рисковать, поэтому я сам этим не буду пользоваться, но я покажу, что это работает в мульте, в принципе, и везде. Так что не буду тянуть со вступлением. Первое, над кем я буду издеваться, это горох. Ему надо убрать лепестки и его стручки. Ну, руки, короче. Выбираем ГВ1, конечно же. ПВЗ Main Retail мы в принципе не трогаем, мы можем его вообще удалить, потому что если мы его поменяем, то у нас игра крашнется. Сейчас игра думает, что я отключил его руки и лепестки, поэтому у вас должно вот так это выглядеть. Собственно, когда вы это сделали, вам надо выбрать персонажа, и вам необходимо перезапустить игру. Ну и теперь в персонажах можно посмотреть на результат. Вот оно. Наше творение готово. Но правда, это только один из персов, поэтому на очереди остальные три. Как видим, у нас горох сохранился, хоть я уже второй раз перезашел в игру. Ну вот Чомпер. Такое вот чудище. Ну, на самом деле это мелочь, то, что я сейчас поменял, но мне лепестки было лень искать, поэтому мы переходим к самому интересному. Как я и говорил, это работает в мульте, поэтому мы сейчас туда и пойдем. Ладно, попытаюсь найти full сервер. Full серверы мне еще перейти не дают. Классно. Ну, как видите, это работает. Ничего, в принципе, нового. Ну, в принципе, на этом все. Мне больше нечего показывать. Можно, в принципе, ливать.